начала октября нападения на израильтян становятся практически ежедневными. За последние две недели убиты 7. В ходе ответных мер погибли по меньшей мере 30 палестинцев. Террористы начали использовать новую тактику – нападение с ножами. Во вторник в Иерусалиме террорист на автомобиле врезался в автобусную остановку, после чего добивал раненых ножом. В этот же день двое палестинцев с пистолетами и ножами напали на пассажиров городского автобуса. Они убили 2 человек и ранили еще более 10. Власти усилили меры безопасности, но это не помогло. В среду произошли новые теракты. В Израиле утвердили масштабную программу по борьбе с терроризмом. Строятся новые блокпосты, в Восточном Иерусалиме блокируются палестинские кварталы. Полномочия полиции расширены, а также задействована армия. Тем временем многие эксперты уже открыто называют происходящее третьей интифадой. Господин Эли Барнави, как бывший посол Израиля во Франции, вы можете нам объяснить, что происходит сейчас не только в Иерусалиме, Вифлееме, на западном берегу Иордана, но и в секторе Газа? То, что сейчас происходит, я бы назвал внезапной вспышкой спонтанного насилия, своего рода началом интифады. Но она уже не похожа на предыдущую, так как теперь акты насилия совершают молодые люди, их привлекают через социальные сети, и похоже, что палестинское руководство никак не может контролировать этот процесс. Непосредственным поводом стало открытие для посещения Храмовой горы со стороны израильтян, что было воспринято палестинцами как угроза мечети Аль-Акса. Но если копнуть поглубже, то это оккупация палестинских территорий и отсутствие перспектив дипломатического решения кризиса. Поэтому у палестинцев накопились разочарования и ненависть. Вы упомянули мечеть Аль-Акса. Можем ли мы считать, что Аль-Акса в опасности, учитывая крайне правые движения в Израиле? Да, в израильской политике есть крайне правые, в том числе и в правительстве. Они бы хотели изменить статус-кво, но этого не будет. Премьер-министр Нетаньяху чутко говорил об этом и давал понять это уже не раз. Нет ни малейших шансов изменения статуса-кво мечети. Но Аль-Акса — это символическое место, и для всех тех, кто ищет символ своей борьбы, Аль-Акса оказывается чрезвычайно удобно. Ножи, социальные сети. Так мы можем говорить о третьей интифаде? Нет, так говорить еще рано, но все к этому идет. Если нам не удастся остановить эту волну насилия быстро, то она перерастет в настоящую интифаду. Постоянные теракты вызывают у людей истерию. Люди боятся выходить на улицу, и похоже, что даже правительство в замешательстве. Так как во время прошлых интифад мы знали организаторов и их мотивы, а сейчас мы в растерянности. Авторы этих нападений как свободные электроны, и ими никто не управляет, поэтому трудно предсказать эти нападения и, следовательно, пресечь их. Будут ли израильское правительство и палестинская администрация пытаться возобновить мирные переговоры, несмотря на блокирование Восточного Иерусалима? Восточный Иерусалим не заблокирован, это лишь лозунг. Он призван производить на граждан впечатление, что власть что-то делает. На самом деле никакого окружения нет. Невозможно взять в кольцо весь город, ведь Иерусалим на самом деле един не только идеологически. Как город можно объединить, если часть его кварталов будет заблокирована? Как израильтяне реагируют на нынешнюю ситуацию? Люди живут, опасаясь новых терактов. Но пока никто не предпринимает каких-то действий, кроме разве что прессы, журналистов. Сейчас все пытаются понять причины этого восстания и пути его преодоления. Monsieur Eli Barnavi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.